Всем привет! Здесь попался краснобашный рог. Сейчас посмотрим. Вот такой юрок. Краснобашек. Птичка очень нежная. Самец. Маленькая, нежная. Так что я сейчас сразу вольеру запущу. И вчера уже вечером с работы пришел. Вот тут два попались тоже у меня. Здесь у меня наверху вот стояла моя двухлопочка. И двое попались. Вот краснобашек он тот вот, который кушает. И сзади. Ой, вот они двое. Один краснобашек. И один вон он без хвоста почему-то попался. Вот. Королевский юрок. Краснобашек. Вот так выглядит он. Вот. Вот такой вот. Ну вот уже Са-4, он в юрок попался. Самка в юрка королевского краснобашика. Вот мне составить еще пару пар и все, можно закрывать сезон. Зеленух чуть-чуть поймать. Зеленухи вот летают, начинают летать. Но пока здесь, вот именно в нашей полосе, я их еще не видел, не слышал. Сейчас вот посмотрим юрка. Вот самочка королевского юрка, краснобашика. Кто-то вот не знает, многие спрашивали меня. Вот самочка. У самца в основном красная шапочка на голове, у самок ее нету. Манок у меня вот самец сидит, молодой. Я доставать не буду, вот так вот покажу просто. Потому что они очень мелкие, такие хрупкие, нежные птицы. Их надо сразу пересаживать в такой обширный большой вольер. Ну вот как-то так.